Да, вот именно здесь проходили выборы. 4 марта. Здесь народ выбирал своего президента на будущее. 6-летний срок. Народ проголосовал за стабильность, за процветание. Вот тут, видите, пока крыша не доделана немножко, но за 6 лет, я думаю, может быть, и сделают эту крышу. Замечательный избирательный участок. Вот даже тут сообщают, что «Зенит» чемпион. Вот тут проходили выборы президента Российской Федерации. Вот где-то здесь, в каком-то... Где-то здесь люди сделали правильный выбор, проголосовав за стабильность, за процветающую великую Россию. Вот она где-то здесь.